30 января – день рождения у хорошо знакомого зрителям программы «Обо всем понемногу» шеф-повара Вячеслава Волкова. Более 12 лет он радует любителей вкусных советов своими рецептами, которыми с удовольствием пользуются многие хозяйки. Я от всей души поздравляю тебя, Слава! Счастья тебе, семейного благополучия, творческих успехов, новых находок в кулинарном искусстве и крепкого здоровья! С днем рождения!